Привет тебе, любитель компьютерных игр и прочих виртуальных развлечений, с тобой снова я, JetPod90, ты находишься на моем игровом канале, посвященном по-настоящему интересным игровым продуктам. Скоро, очень скоро начнутся на канале стримы, о чем я неоднократно уже говорил, и поэтому просто наберись терпения. Сейчас твоя главная задача — поставь лайк, обязательно подпишись на мой YouTube-канал, нажми колокольчик, чтобы получать оповещения, и вступай в мою официальную группу ВКонтакте, ссылочка есть в описании. Ну а я начинаю! Сегодня я играю в режиме потасовка, друзья мои, миссия «Месть Черносерда», нужно защищать вот эту крепость, вот на ваших экранах она сейчас есть, либо наоборот, либо уничтожить ее, смотря с какой стороны происходит нападение. В общем, я верю в позитивный исход, надеюсь, сейчас моя команда поможет справиться, и мы защитим нашу крепость, она не будет разрушена и, собственно, не развалится от неожиданности, от удивления. Это будет очень круто, если это произойдет. Ай-яй-яй-яй-яй! Да вот хрена с два вам! Тьфу тебя налево! Да, команда... Ну хотя, я выиграл возможность нашей команде нанести урон. Они сделали один выстрел, но надеюсь не зря, я помер. Да, два выстрела сделали. То есть не зря все-таки я умер, меня это радует. Так, идем вниз, я смотрю, внизу торчит одно ядро, надо его забрать. Горош, Горош, давай ты прикрывать меня будешь, или ты все-таки возьмешь ядро, ну, ладно, окей. Бери ядро, мужик. Давай, я верю в тебя, ты сможешь. Ага, вижу. Так, ядро еще одно здесь. Давай, 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 Тайкус, давай. Отлично. Го, Тайкус, го, 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 го. Не дайте ему, не дайте ему пройти ко мне. Отлично. Вот так вот. Красота. Ну, вали его, вали. Ну, где там все? Так, слышь. Вот так, давай сюда. Так, ядра, ядра, ядра. Сражайтесь вместе с вождем. Давай, 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 давай. Отлично. О, класс. Обломайся. Не получилось, да, облом? Ха-ха-ха, потопили. Да. Продолжаем веселиться в режиме потасовка. Миссия «Месть Черносерда». Давайте кайфовать, получить удовольствие и, возможно, выигрывать. Хотелось бы в это верить. Ха. Не все сразу, как говорится. Так. Ой-ой-ой. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Нафиг надо? Нет. Эй, не-не-не-не. Этот чувак просто дурак. Он просто упоролся. Ага, вот так вот, да. Ясно. Валим отсюда. Не-не-не, упарываться не, это не про нас. Так. Там что-то интересное? Угу, там что-то интересное. Именно так. Так. О, фигакс. Фигакс. Ну и что, ты будешь помогать мне, нет? Нуб! Нуб, гоу! Давай, мужик!
То есть ты нападать не собираешься, да, я так понял? Очень забавно. Давай, 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 я должен успеть. Я успел. Огусь. Так. Да, хрена с два, я подставлюсь. Знаю я, чем это заканчивается, спасибо. Not my style. Thank you, come again. Где фонтан, блин? Дайте мне подхилиться. Отлично. У них одного не хватает, но мы это не успеем сделать. Мы не успеем это сделать. Ага, замануха, да, я уже понял. Угу. Вала, ты дурочка, ты в курсе? В соло нападать против Ригара. Ау, это я... Блин, вот я дурачок. Ладно, Трейсер еще не зарядила ульту, вот в чем беда. Фуф. Такими героями надо привыкать играть. Когда им играешь очень редко, ты особо не можешь результат выдать. И это, блин, настораживает. Причем меня же самого и настораживает. Ну ладно, всякое бывает. Сейчас мы идем вот сюда. Давай, 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 давай. За шариками, го за шариками. Теперь пушек больше, и им будет сложнее. Давай, 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 давай. Ты можешь. Фальстат, вали нафиг отсюда. Фальстат, нет, это мое. Мое. Отдай каку. Давай, 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 давай. Отлично. Отлично. Еще, 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 еще. Ядро. Давай. Фальстат, там Ригар. Ну, Фальстат, что ж ты делаешь, ну? Отлично. Давай. Давай, 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 давай. Вот, отлично. Так. Ну, успею, не успею. Интересно, самому аж интересно. Успел выстрелить. Так. Давай, 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 последнее. Ну, Фальстат, не так меня прикрывай, блин, отлети от меня, а то сейчас нам АУЕ по площади придет. Все, я успел. Да, просто. Еще одна битва, друзья мои, в режиме потасовка, месть Черносерда. Ох, сегодня вообще прям напрягает эта тема, необычная она. Но мы стараемся выигрывать, мы стараемся какие-то результаты показывать, и я очень надеюсь, что я смогу этот результат проявить вот здесь раз, и я показался. Оп, привет. И тут бац, вот так вот, иди сюда. Эй, а, все, понятно, да, не туда нажал. Эй, ну блин, да, да хватит уже, где он? Иди сюда, давай. Вот же засранец, а. Ушел, да? А, отлично, мы еще и как бы профукали выстрел, да, снизу. Так. Привет. Больше эссенции, богу эссенции. Ага, вот так он, да? Он решил заныкаться. Так. Что у нас происходит? Пушки надо охранять. Пушки. Охраняйте пушки, засранцы. Как ласкают наши ушки эти чудо-колотушки. Не-не-не-не, хватит телепортироваться. Да-да-да, я в курсе, да. Угу, хорош. Давай уже умри, пожалуйста. Вот я тебя умоляю просто, давай. Ты можешь, я верю в тебя. Классно. Так, вот только единственное, что сейчас пушечку нашу вон там захватит. Забить меня на тебя. Блин, хватит ядра использовать.
Да, да, да. Привет. Так. Вот дрянька. Так, Йензи наверху с пушкой. Угу. Ждем-с. Ждем-с. До первой звезды нельзя. Ага. Ну, кто-нибудь выйдет здесь? Нет, не хотите? Правильно, это опасно для здоровья. Опа! И он такой, ой, расстроился, не попал, да? Гензи, Гензи, ты не попадешь, мужик, ты не попадешь. Так, я уже понял. Ну, никто не хочет мне помочь, нет? Спасибо, хоть кто-то. Хоть один человек. Ну, сбивай там захват-то. Не-не-не, захват сбивай. Попали. О, ладно, наши подошли. Неужели наши подошли? Правда? Я что-то и не ожидал уже. Не жду уже никого на помощь-то. Ну ладно. Блин, ДХК, конечно, медлительный, да. Он для обороны подходит, но более статичный. Когда оборона агрессивная, то это все очень плохо. Давай, давай, ДХК, давай, 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 давай. Да, отлично, успел остановить, это круто. Иди сюда, ты чего убегаешь? Пойдем драться. О, обломался, да, расстроился. Такой, ой, блин, говорит, не успел. О. Так, ну... Давай уже, Лимин, без лишнего. Да ладно, попали. Нет, мы успели. О, красота, отличный бой получился. Да. Фух, вот это круто было. Победа. Я надеюсь, тебе понравилось. Очень коротенько, быстро, просто, но ох, как интересно произошло сегодня. Столкновение с вражескими героями мы смогли победить. Если все было круто, ставь лайк, обязательно подписывайся на мой YouTube-канал, нажимай колокольчик, чтобы получать оповещения, и вступай в группу ВКонтакте, ссылочка есть в описании. С тобой был JetPod90, увидимся на следующей серии первого сезона летсплеев. Пока-пока!